Друзья, всем добрый вечер! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим про такую тему, как важную тему, как коэнзим и таблетка вечной молодости. Все хотят оставаться молодыми, все хотят оставаться здоровыми, все хотят чувствовать себя хорошо, но многие надеются только на еду, либо только на спорт, либо только на психотерапию, но есть дополнительные комплексы, которые влияют на здоровье митохондрий. О чем я говорю? Я говорю о том, что сама уже давно использую. Во-первых, это коэнзим, это энергия молодости, энергия долголетия, энергия здоровья. Это ПКЮ, это убихинол, да, его еще по-другому называют. Это липосомальный витамин С, это, конечно, глутатион, и это, конечно, друзья, особенно женская такая история, это сера органическая, она очень влияет на когнитивные способности, на возможность иметь здоровый позвоночник. И вот вроде бы мелочи, но они создают условия, в которых вы просто очень-очень сильно выходите на другой уровень. Друзья, про антиоксиданты вы просили снять отдельное видео, чем пользуюсь я. Я обязательно вам покажу то, что я использую и то, что я рекомендую, но у каждого есть свои какие-то предпочтения. И лучше смотреть, конечно, на вашу личную реакцию. Но для того, чтобы действительно получать плюшки от таких моментов, нужно не только подключать микроэлементы, но и антиоксиданты. Те, которые я назвала, это одни из мощнейших. Плюс есть антиоксидант НАК, так и называется, цистеин. Он дает определенную энергию, которая нужна тоже для работы с метилированием. Такое умное слово, но на самом деле оно очень многое дает и играет роль во многих процессах. Если вам эта тема откликнулась, напишите комментарий, я сниму для вас отдельное видео, как помогать своему метилированию, как продолжать жить здоровой, активной, молодой жизнью. Снова с вами я, Алена. До новых встреч!